Thank you.
Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на нашей тренировочной базе «Буткэмп». В рамках всероссийского турнира по футболу «Буткап Легенды» на поле встречаются команды «Юность» — город Владикавказ, «Авангард» — город Москва. Субтитры сделал DimaTorzok.
Спасибо.
Давай.
Thank you.
разом, раз за разом. До конца не пошел, минус один игрок. Здорово!
Ни одной слыну нет. Опять полез, опять. Ну отдайте туда сразу пас. Зачем туда бежать? Хорошо. Ой, хорош сапар. Вот это здорово. А там стоим, ждем опять. Завершился первый тайм в матче между командами «Юность» «Авангард» «Дальналь». Широкая Балка – курортный пригород Новороссийска. Субрегион имеет свой теплый и бесснежный микроклимат. Реликтовый лес и море делают воздух целебным, что ускоряет восстановительные процессы спортсменов. В этом уникальном месте и расположился тренировочный комплекс «Буткэмп». Два полноразмерных поля с искусственным травяным покрытием из Италии и качественным освещением. Близкое расположение других тренировочных комплексов идеально подходит для проведения спарринг-игр. Размещение в комфортных номерах в 50 метрах от моря и в 7 минутах езды от полей. Меню составляется согласно запросу каждой команды. Буткэмп – это зал с премиальными тренажерами Life Fitness и Precor. Сауна на дровах, комфортабельное размещение, чистый целебный воздух, возможность заезда круглый год, медицинское сопровождение, высокий уровень сервиса, методический зал, трансфер. Буткэмп – идеальный выбор для тех, кто хочет сфокусироваться на высоких спортивных результатах. We'll be right back.
Иди, давай, иди, делай! По окончанию матча были определены лучшие игроки в составы своих команд. Ими стали команда ДЮСШ. Ширяев Максим, аплодисменты. Сборная Краснодарского края. Остроушка Софья, аплодисменты. Открыть счет в матче между командами «Юность» и «Авангард». 1-0 вперед вышла команда «Юность». Миша, меняйся там, оближки! Играй выше, Али, играйте выше сейчас. Выше играй, Ром.
вратарю сразу! Кинь вратарю, зачем ты бежишь? Просто! Выше поднимайся тоже!
Ген, покати ему, Гена, покати мяч ему, быстрей! Все! И длину! Вот, и пошли! Да борись, борись опять! Вот, ну, блин, ну, ну что это такое? Ну я не могу просто, я не понимаю, как вы так играете? Лех, спасибо, Лех! Ничего в том-то и дело! Занялся счет в матче между командами «Юность» и «Авангард». 2-0 впереди команды «Юность». Thank you.
спокойно двигайся. Понял? И деньги. Изменился счет в матче между командами «Юность» и «Авангард». 3-0 впереди команды «Юность». Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на учебно-тренировочной базе «Буткэмп». В рамках всероссийского турнира по футболу «Буткап Легенды» на поле встречаются команды. Сборная Краснодарского края девушки Ю-17 Ялта Канцпарк. Иди, иди, иди.
кричу в матче между командами сборной Краснодарского края Ялта-Канцпарк. 1-0 вперед вышла команда Ялта-Канцпарк. Изменился счет в матче между командами «Юность» и «Авангард». 4-0 впереди команды «Юность». Давай, так! Опустись, Руслана, поставь вперед! Леша Пучинский, иди в середину. Руслан, иди в нападение, постой, подыши, раз ты наел. Надень! Стань на место, нападающий играет у нас. Руслан! И далее. Руслан! Иди в центр, Руслан! Али, центр! Леша Пучинский, иди на левый край, Лех. Я вот тебя ударил, ну, ничего страшного не будет, ты же уже задачи решишь, если ты заблокируешь, куда ты прыгаешь? Открывай свой лёд!
Изменился счет в матче между командами сборной Краснодарского края «Ялта-Транспарт». 2-0 впереди команды «Ялта-Транспарт». Завершился матч между командами «Юность» и «Аки Кавказ» и «Авангард Москва». Со счетом 4-0 победу одержала команда «Юность». Команды просьба пройти в центральный круг для награждения лучших игроков матча. По окончанию матча были определены лучшие игроки в составах своих команд. Ими стали команда «Юность» Кокаев Геви. Аплодисменты! Команда «Авангард» Сафаров Артем. Аплодисменты! Широкая Балка – курортный пригород Новороссийска. Субрегион имеет свой теплый и бесснежный микроклимат. Реликтовый лес и море делают воздух целебным, что ускоряет восстановительные процессы спортсменов. В этом уникальном месте и расположился тренировочный комплекс «Буткэмп». Два полноразмерных поля с искусственным травяным покрытием из Италии и качественным освещением.
Близкое расположение других тренировочных комплексов идеально подходит для проведения спарринг-игр. Размещение в комфортных номерах в 50 метрах от моря и в 7 минутах езды от полей.